Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники. Это касалось кризиса, который возник после нападения Грузии на Южную Осетию. Это касалось выработки минских договоренностей и потом организации нормандского формата. Ну и я вижу, сколько усилий действующего руководства Франции и лично президент Франции предпринимает для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет. И очень рад возможности встретиться и в таком личном формате.